Через «не могу» и «не хочу», преодолевая боль и закаляя характер. Двухминутное силовое упражнение показывает, у кого из ребят есть бойцовские качества и сила воли, кто из них способен идти к победе и завоевать звание чемпиона. Саша Карасев занимается в секции бокса более 3 лет. Он десятки раз поднимался на пьедестал почета, но каждый выход на ринг для него – это борьба со своими страхами. Для меня самое сложное в боксе – справиться с волнением. Настроиться на борьбу помогают установки тренера. Саша всегда внимательно слушает своего наставника и старается строго следовать его рекомендациям. Уверенности в своих силах придают регулярные тренировки в спортзале. Много подготовки, много на груши работы, много в парах. Отрабатываем удары, комбинации. Максим Филиппов занимается боксом всего 1/2. Тренер отмечает в мальчишке невероятное желание добиться в этом виде спорта успехов и достойно представлять наш город на различных соревнованиях. Сам же юный спортсмен уже вывел для себя формулу беспроигрышного ведения боя. Я считаю, что главное в боксе, ну, нужно держать руки, чтобы не пропустить удар. Каждый из них мечтает стать чемпионом и прославить родной город на весь мир. А пока впереди у воспитанников Вячеслава Дронова новые соревнования и турниры. А значит, нужно усиленно тренироваться, чтобы еще на один шаг приблизиться к своей мечте. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.